Всем здорово, ребятки, это четвертая серия прохождения Medieval Dynasty. Я офигительно выспался, и сегодня мы должны реализовать наш план-барабан по постройке наших первых домов для первых работников. Это будут дровосеки, они будут собирать нам дерево, пока мы фармим первые деньги. Значит, какой план на серию? Сейчас мы добегаем до дома, строим первые поля, чтобы прокачать навык фермерства, и нам открылась житница. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы... Первые дровосеки. У нас будет один жилой дом, в котором будут жить мужчина и женщина. Мы построим хранилище ресурсов, хранилище для продовольствия, собственно, мастерскую дровосеков, или как там она называется, домик дровосеков, где они будут работать. И, я думаю, кузницу или по обычную мастерскую для реализации своих каких-то идей, чтобы крафтить что-то на продажу и так далее. Возможно, это будет швейная мастерская, не знаю. За кадром сейчас я пособирал немножко камышей. Не стал включать это в запись, потому что весьма нудный процесс, наблюдать за ним не думаю, что интересно. Впоследствии буду вырезать также рубку дров, сбор с земли камней и палок. Просто потому, что это увеличивает хронометраж видео, а смотреть на это, ну, не так, чтобы увлекательно. Пока монтировал, да, спасибо за сообщение в личку. Заметил я тоже, пока монтировал, что есть в игре брак по звуку. Музыка здесь то заканчивается, то начинается, и ее воспроизведение вообще в каком-то произвольном порядке. Нивелирую это при монтаже следующих серий. Добавлю MP3-шки от разработчиков, которые они в саппортер-паке там добавляли. Может быть, кто-то не заметил, конечно, но есть люди, которые заметили, написали. Большое спасибо за фидбэк. Значит, пришли мы к первому нашему домику. Нашим он так и останется. Включим вид от первого лица и худ. Вот напротив, я думаю, разместим первый домик для поселенцев. Где-то в центре хранилища ресурсов. Где-нибудь здесь там амбарчик, обнесем забором, сделаем тропиночки для их домика, дровосеков и так далее. А сейчас нам... Опа, я забыл совсем, мы же в первой или второй серии ловушку уже поставили. 64%. Надо зарядить, да? Да. Еда у нас кончается. Насколько я помню, мне еще помыться надо. Потому что давно этого не делал. Интересно, есть ли индикатор какой-то? Поглубже надо зайти. Угу. Попьем сразу. О, ути, ути, ути полетели. Надо лук, надо покупать, ребята, лук. В этой серии еще. Ну, постройки, понятно, это все сказал. Сейчас первые поля возделаем. Думаю, тоже либо на перемотке, либо вырежу. Вот это место мне нравится. 50 семян, значит 5 градок, грядок, каждые 2 на 5 клеток. Ну, примерно так, да. Засадил я, значит, поля. Вот так это все выглядит. Здесь свекла, лук, морковь, капуста и, конечно же, лен. Давайте прогуляемся до дома. Прошел уже целый день, я не стал... В запись это включать. Вот эти просто походы туда-сюда. У нас тут... Ага, ловушка для кроликов. Еще один кролик. Ну пусть будет. За все это время давайте зайдем домой, посмотрим, что-то прокачалось. Навыки. Сельское хозяйство. Одно очко. Значит, знания о сельском хозяйстве нам бустует опыт. Пока не надо. Опытный фермер, 25% шанса собрать дополнительный урожай на полях. Интересненько. Рачительный фермер. Полевые инструменты ломаются на 5% медленнее. Ну, в моей голове примерно такой план, что мы выйдем на продажу чего-либо сейчас, чтобы закупать инструмент, в том числе для рабочих, для себя. Поэтому уникальный шанс на 25% больше собрать дополнительный урожай. Вот это да, вот это мы возьмем. Еще выживание. Я же собирал кувшинки, или как там, камыш. Здесь мы... Атлет. Да, атлет. Нам нужно будет очень много ходить, поэтому возьмем вот этот навык. В древе технологий же что-то еще добавилось. О, хижина травника. Ого, блин, какое все дорогое. Надо срочно наращивать обороты по заработку. И такое интересное насыщение, лечение, выносливость, вес, яд, температура, сила. Блин,
Короче, надо срочно что-то делать. Я думаю, это будут флаконы однозначно. Так, а сельское хозяйство житница. Работники приносят сюда на хранение собранное пищевое сырье и готовые продукты. Отлично. Амбар. А работники выращивают урожай и обрабатывают его. Но нам-то житница нужна. И курятник открылся. Можно корм делать теперь. А здесь что? Мука и штукатурка. Строительный материал. Смешайте глину и солому на верстаке амбара. Используйте для утепления плетеных и деревянных стен. А что, каменные типа изначально прям крутые-крутые? Хорошо. Выходим из дома. И надо наметить первый дом. Для наших работников. Чтобы мы, когда пошли вот сейчас по деревням, по квестам, могли бы их уже пригласить, чтобы им было где-то жить. Давайте немножечко разметим. А где мы будем это размещать? Я думаю, вот здесь. Ну вот какую-то такую я примерную разметку сделал. Это небольшой совсем декор. Кстати, очень понравилось, что заборы наконец-то друг к другу магнитятся автоматически. И не надо ничего выверять, строить по азиму там и так далее. А ближайшее к нам здание — это житница, в котором будет продовольствие. Следующее маленькое здание — это домик для рабочих. Прямо на 12 часов у нас склад ресурсов. Где-то вот там вот слева я сейчас размечу домик лесорубов. И пойду собирать ресурсы, чтобы все это возвести. Небольшое включение, ребятки, пока я тут строился. Прошел целый день, я еще не все достроил. Ходил пока туда вдоль берега, короче, дрова рубил, камни, ветки собирал, вырезал, естественно, это неинтересно смотреть, как я просто рублю, не собираю. Настал следующий сезон, лето, блин, наше первое лето, прошелся квест, и теперь глава 3 началась. Нужно выполнить несколько заданий для соседей, одно какое-то мы выполнили, может имеется в виду квест с Алвином из прошлой серии, не знаю. И нужно еще не забыть узнать, что не так с доставкой ржи. Подождите, как раз вот небольшое включение пока делаю между фармом. У нас что-то тут в древе технологий появилось. А я проморгал. Хижину травника мы смотрели, курятник мы смотрели. Ремесло, швейная лавка. Или навыки. Точно, добыча же прокачалась. Целых 2 очка нам дают, нифига себе. Топоры ломаются на 15% медленнее. Ну, знаете, пока... Сейчас у нас первые дровосеки появятся, я не думаю, что нам этот навык будет сильно востребован. Вот это что? Мастер разрушения. 50% ресурсов возвращается при сломе построек. Вот это мы однозначно берем. Мы еще проходим на следующий этап. А вот это что? Единый с землей. Кирки и лопаты ломаются на 5% медленнее. Не, пока не будем. Вот это что? Мул. Увеличение переносимого веса. Ну, у меня и так он нормальный. 15% шанса извлечь дополнительные ресурсы. Внимательный шахтер. Расход выносливости во время добычи минералов на 10% медленнее. А здесь что? Блин, может быть реально в кирке ударится? Нет, дровосеки-то первые у нас появятся. Они самостоятельно будут добывать нам дерево, которое мы будем брать. А по поводу руды, это уже совершенно другой вопрос. Давайте, знаете, как сделаем? Все-таки немножечко вот этот шанс увеличим, извлечь дополнительные ресурсы из залежей. Пока что его возьмем. Аргументирую это тем, что, как я уже и говорил, появятся первые поселенцы, они будут дровосеками, соответственно, нужды большой ходить самостоятельно рубить дрова не будет. И, собственно... Зачем нам тогда ударяться в топоры? Мы лучше в кирке, чтобы поскорее найти там медь, бронзу, что-то там еще. Железо, не знаю, что-то там все понадобавляли, как мне написали, там какие-то разные залежи. Надо будет это все посмотреть, поэтому кирки, пока что кирки. И в навыке выживания... И, о, 2 очка! Нормально. На 30% медленнее потери еды и питья. Вот это возьмем однозначно. Здесь у нас что? Сопротивление отравлению. Не надо. Перенос колебания температур. Тоже пока не надо. На 10% больше здоровья. Неплохо. Устойчивость к алкоголю. Вполне себе, но пока не знаем, как он вообще действует на персонажа.
Подождите. К алкоголю. А, не имеется в виду, наверное, не к зельям, а именно к алкоголю. Ага. Передвижение в воде вообще бесполезно. Ой, давайте уменьшим урон получаемый. Скоро первые охоты у нас полноценные пойдут. Я надеюсь, что я лук куплю. А может сразу и арбалет, не знаю, на что хватит. Получаемый урон уменьшить однозначно стоит. Насколько я понял, там диких животных что-то понадобавляли, разнообразие какое-то появилось. Плюс еще бандиты. Давайте вот это берем. Однозначно. Классно. Ну и что? И пока что продолжу собирать ресурсы, и как только все это дострою, сразу вернусь. Ух, блин, ребятки, прошло, короче, 2 или 3 внутриигровых дня. Сменился сезон, уже лето, второй день пошел. Что сделал? Это оказалось очень муторно, на самом деле, все эти заборчики строить. А, вот там вдали построил... Вот, да-да-да, там домик лесорубов. А, я еще внутрь даже не заходил, просто хотелось как-то... Ну, облагородить, что ли, сделать красивенько. Здесь там столы поставим, что-нибудь там, костерок какой-нибудь. А, хочу посмотреть, что внутри... Вообще помещений. О! А тут уже какой-то декор есть изначально. Классно. А где сундук? 500 килограмм. Нормально? Вполне себе. А что я могу сюда положить? Я сюда могу положить только еду, да? Мясо. Ой, а теперь вот здесь вот фильтр появился. Цикорий. Нельзя. Подорожник. Сморчок. А, я понял. То, что является ингредиентами для пищи или можно употреблять в пищу, оно все в житницу идет. Блин, напишите в комментариях. Может, я просто, может, запутаюсь сейчас. Мясо – это тип еды, тоже сюда в житницу идет. А одуванчик и всякие травы, они, видимо, идут в хранилище, в обычное хранилище, но не в дом травника. Блин, все сложновато работает, если честно, сложновато. Будем разбираться. Это обычный дом. Тут внутри, ну, все так же, как у меня. Собственно, ничего нового. Кузницу построил. Ой, блин, а их взять нельзя, да? Ладно, но очень радует глаз то, что задекорировано уже изначально постройки. Есть горн, верстак и наковальня. В горне мы что делаем? О, а теперь можно посмотреть, из чего вообще делаются слитки. А, значит, начинается все с медного. Нужна медная руда. Оловянный – оловянная руда. Бронзовый – это медь и олово, но уже по слитку. А железо – железная руда. Так. То есть это, получается, не промежуточные варианты до железа, да, между камнем и железом. Это полноценная руда. Ага. Так. Наковальня. Тут инструменты медные и оружие медное, бронза. Железо. Угу. Верстак. Деревянное оружие и каменное оружие. Минуточку. А зачем я тогда... Вот это склад. Что тут у нас есть? Ну, такой тоже небольшой декор. Что-то вроде лежит. Какие-то палочки. Лестница. Нельзя по ней подняться. Веревка. Ага, ага. И сколько тут? 1000 килограмм. Вполне себе. А по фильтрам чё? Лопаты. Ну, короче, инструмент сюда идет. Ага, одежда тоже. Травы почему-то тоже сюда. Ну, все, короче, все, что есть, оно все сюда идет. Ясно, кроме еды. Угу. Колодец поставил. Можно что сделать? Можно попить. Ага,
попил. «Ой, про еду-то я забыл, я ж даже ничего еще не производил!» «Бочка открыть?» «Сюда, наверное, эти кладутся ведра?» «Угу. Да, я могу набрать еще. Создать. Ага, ведро с водой, то есть можно ведра прямо здесь наполнять. Ну давайте все три наполним сразу, что нет-то? Так, теперь мне нужно взять в руки ведро с водой. А ну где? Где ведро с водой-то? На кнопку 8. Нельзя назначить, да? А как мне тогда наполнить вот это? А, тут есть горячая кнопка. О, теперь я здесь могу мыться в лохане. Блин, кайф, не приходит. Не придется теперь каждый раз на речку бегать. Отлично, блин, класс. Теперь я могу мыться и пить в собственном поселении, в собственном маленьком доме. Классно вышло вообще. Красивые текстурки, кстати, соломенные. Жалко, конечно, что нельзя выбрать, да, вне зависимости от уровня постройки, материала, с которого она будет построена. Потому что, насколько я понял, у нас есть склад 1, 2, 3 уровня, там житница тоже, и у них внутри вместительность разная. Но при этом, при всем, если я могу себе позволить условно построить склад уже деревянный, ну чисто эстетически мне так хочется, этого, к сожалению, пока что сделать нельзя. Но при этом, если строить следующий склад, можно прямо на его месте построить. То есть выбираем в постройках здания, хранилище. Хранилище 1. Ну, там выбираем следующий уровень, допустим, 2. Вот так вот наводимся. И он типа апгрейдится. Классно. Посмотрим обязательно, как это работает. Ну, колодец, понятно, уже небольшой обзорчик сделали. И это у нас мастерская. Тоже 1 уровня. Выглядит... Ну, мастерская уже как-то сомнительно. Хотя, по сути, тут фонари бы, знаете, такие как-то повесить, может, что-то задекорировать, потому что я вот домой заходил, когда спать. Сейчас я вам покажу, глядеть что. А, подождите, что, молоток надо взять? Вот, я могу фундамент украсить здесь. Всякой фигней. Ой, барсучья шкура, а ну-ка делаем. И где она? А, простите. Ну, ячейка 1. Короче, ячейка 1 это вот. Барсучья шкура вот так вот выглядит. Ну ладно, значит, будем охотиться на медведей. Медвежья по-любому выглядит лучше. А вот здесь вот я не могу ничего украшать. Хотя, мне кажется, стоило бы. Тут так много пустого пространства. Короче, не очень. Очень жду, когда мы прокачаемся, уже хочется третий уровень построить, потому что, ну, такое. И что я здесь могу делать? На верстаке. Плетни и ограды. Вазы с цветами. А ограды в каком смысле? Ого! Нужно кожу. На охоту скоро пойдем. Можно будет нормальный факел делать. 10 флаконов за одну доску? Ну, это тогда другой вопрос, вообще другой разговор. А ну-ка, создавай. Не знаю... 10 штук создавай. Ага, ведра. Блин, я его создал. Даже не посмотрел, что там по ресурсам надо. 2 доски на одно ведро. А здесь вазы. Они у меня все закрыты. А могу я какой-нибудь... Ну, что-то типа горшка деревянного, мебели, декор, цветочные горшки. А, вот он. В доме внутри могу? Реально не могу в доме горшок построить? А нафига он мне снаружи нужен? Я еще и стол не изучил, не знаю как.
хотелось бы на столе. Ну, вот здесь пускай будет, чё. А, и он сразу строится. Каменный вазон украсить. Ой, и в него можно любой цветок, который я подобрал. Класс. Пускай зверобой будет. Ну, красота, лепота. А чё ещё в декоре есть? Горшки мы видели. Пугало. Исключительно для красоты. А, я-то думал, уже столько птиц добавили, что они посевы наши будут разграблять, так сказать, покушаться на них. Ловушки, понятно, костры, ясно, сиденья. Надо это, конечно, изучать все. О, посевы. Сменился же сезон, надо глянуть, что там произошло с ними. Оп, везде заборчик, красота. Но прежде чем посевы... И я что-то прокачал, пока вот это все строил, и не залазил, чтобы на запись показать, что я куда, какие навыки распределяю. Выживание. Опять с палок подобрал этот навык. А на 10, еще на 10% меньше получения урона. А критично ли это? Да давайте возьмем. А вот это что? Сопротивление отравлению. Не, давайте на урон возьмем. Что-то бандиты, вот эта вся история, надо будет посмотреть. Дерево технологий, здесь-то что добавилось? Шалаш землекопов. Ой, и здесь уже глина доступна, да? Кисейная занавеска. Так, а что делает шалаш землекопов? Здание добычи, работники добывают камни, глину, известняк и соль. О, ребята, слушайте, если мы еще и работников чисто на камни наймем, ну мы тогда заживем вообще. Они изначально будут собирать, значит, камни на каменные стены для домов, для будущих, да? А как бы их еще прокормить-то, да? Столько еды надо. Ну, охотой поживем, ничего страшного. Угу. А как это здание работает? Ой, в следующей серии, что ли, его поставить? Блин, напишите, пожалуйста, в комментариях, оно вообще чё? Они вот камни собирают именно из шахты, там есть какой-то, да, залежи камней? Или они могут это путем собирательства, так же, как наш протеже Росимир это все делать? Ну, глина, понятно, глину копают. Известняк, не знаю. Соль, наверное, тоже где-то в шахте. Угу. А что тут по схемам? Глиняный вазон, стоячий факел. Во, факел это надо. Льняная ткань и льняная нить. Угу, однозначно. Дверь, кисейная занавеска, она что делает? Украшает окно. Что на нее? Кожа. Полки первые наши и заборчик. Кстати, сейчас посмотрим, что там за заборчик-то. Вот ворота. Ворота я купил из плетеных, да, веток. Житница, амбар, курятник, это все было. Хижина травника, это было, мы видели. Швейная лавка, тоже видели. Ну и что? Как вообще это все выглядит? Что у нас тут? Я голоден. Сушеное мясо, сушеное мясо, кушай. Сейчас придется зайти в дом, поготовить лук. Уже можно собрать, он уже созрел. Морковь пока не готова, не созрела. Капусту можно уже собрать. Свекла тоже не созрела. Ален, коса нужна, ох, ё-моё. Коса. Угу. Ну-ка, давайте капусту соберем. Потом займемся разбором, что там нужно. А, сначала удобрить, я вижу, да? А потом обратно засадить. А сколько мы капусты получили? Сейчас как глянем точно. Инвентарь, еда. 86 единиц капусты с такой маленькой грядки 2 на 5.
Неплохо, вполне себе. А ну-ка, лучок. Давай, собирай. Отлично. Получается что? Нам нужно что-то вроде косы. Для этого нам нужны деньги. Чтобы получить деньги, нужно сделать деревянные флаконы и продать. И еще вот, пожалуйста, ловушку для кроликов. Все, она сейчас сломается, да? Ну, это ничего страшного, это мы исправим. Блин, понаставил тут этих самых заборов. Все, теперь перепрыгивать надо. Ну-ка. Ворота. Плетеные ворота. А как они ставятся? Их не встроить, что ли? Они именно... А магнитится ли к ним забор? Только так, если, да? Но это уже не так, чтобы красиво. Вот если так его строить, то он как бы магнитится, а если просто отдельными кусочками, то нет. Оп. Ну что, так лучше смотрится? Да, хотя какая-то ересь, если честно. Сколько у меня палок? Я могу... Не, 4 палки не могу. Ну, вернемся с ветками, достроим. Пока не надо. Пошли, короче, флаконы делать. Флаконы, мне кажется, это белина. А ну-ка, каменный вазон украсить. Белина. Зверобой уже выбран. Чертополох не собрал. Пусто. А ну, короче, это тоже декор, да? Я этот ресурс потом не соберу. Да, ну чисто декоративное. Да и ничего страшного. Верстак. Плетни. Флакон. Могу еще, короче, 70 флаконов сделать. Да-да, погнали, чё. Не такое уж и плохое занятие. Ага. И теперь нам нужно на кухню. Приготовить еды. Котел. Ого. Супы. Или не супы. Или каши. Каши не могу. Могу только супы. У меня есть капуста и лук мы собрали, да, с вами? А где тут рецепты с луком? Для овощного супа лук нужен. А он у меня не разблокирован. Лук и свекла. А похлебка чисто на капусте. Ага. А деревянная чаша одна. Дайте-ка угадаю. Я только что спустил все доски на флаконы и при этом не сделал ни одной деревянной чаши. А, для нее бревно надо. Ну, ничего страшного. Я и по одной сделаю, сейчас поем. Оп, похлебочка. Заходим в инвентарь. Еда. Похлебка. Плюс 30 пища. Кушаем. Мясо портится на 50% за сезон, судя по всему. Угу. Так. За этот день, знаете, что сейчас сделаю? Пойду, наверное, вот в ту сторону сейчас. Срублю пару деревьев, наберу веток. Приду сюда, сделаем деревянных чаш. Приготовим пищи, сколько можем. И будем смотреть, куда пойдем дальше. Наверное, по квесту куда-то там туда, что ли. Не знаю. Вот это у нас типа красовка, да? Ну-ка, соберем. Мы ягоды собираем с этого растения. А, вот оно что, Михалыч. Вот так это работает. А потом мы их, судя по всему, где-то там у травника толчем или что-то с них получаем, да? Ну-ка. А сколько опыта дает сбор красовки?
Так, это нам в навыки, да? Выживание, по-моему, прокачивается. 677 ровно. Собираем. Идем в навыки. 680. Так можно чисто навык на кроссовке, что ли, прокачать? Ладно, побежали. Блин, все-таки я не знаю, понадобится она или нет. Руки тянутся так прям все это собрать. Все так интересно посмотреть. Этот травник, отравленные стрелы, все эти зелья. Еще интересно, как бы это вот все выйти так, чтобы выкрутить и прям на продажу выставить. Так, берем молоток. Раз, два, по 8 на каждую. Обалдеть. Ну, должно хватить. А сколько на ворота? Так, здесь тоже 8. Ну, машет он, конечно, им будь здоров. На. 6 или 7 молотков я израсходовал. 10 на ворота, да? Неплохо, неплохо. Но оно сейчас будет же некрасиво здесь по краям. Вот дела, конечно. Они автоматически открываются. У них даже скрип есть, они поскрипывают. Как приятно. А что тут за механизм? Это же не петельки, это просто колышек, который вбит в землю, который просто ворочается. Ну, неплохо, ну, неплохо. Так, веточки, не пропускаем. Где у нас там? Флаконы, не флаконы, чаши. С одного бревна 5 чаш. Нам, наверное, нужно 15 чаш. Ну, так, чтобы про запасик. А ну-ка, пойдем глянем, сколько мы можем похлебки сделать. Я же на охоту так до сих пор и не ходил. Это получается 6-й или какой там 7-й день. А я так и не сходил на охоту еще. Мы можем сделать всего 2 тарелки похлебки, потому что мяса нет. Да, такое себе, ребятки. Надо, короче, как можно быстрее продавать все лишнее, все, что есть. Покупать рецепты, инструмент. И выходить уже в нормальное развитие. Да уж. Так, опа. Ну-ка, карту открываем. А, где у нас там дневник? Дневник. История Доброньеги. Узнайте, что не так с доставкой ржи. Очаровательная жена Юнигоста попросила меня выяснить, что происходит с поставкой ржи, которую она должна получить. За это отвечает Ярогнева. Мне нужно с ней поговорить. А она вот что ли на карте? Я думал, там надо поставки-то из какой-то другой деревни. Я думал, надо будет побродить по карте. Или Ярогнева что? Связной какой-то? Короче, потопали в сторону квеста. Деревни. Как, кстати, она называется-то? Гостовия, да, точно. Потопали, короче, в Гостовию. Узнаем, что же от нас там, что нам скажет Ярогнева. Сейчас пока вечер не настал, ну да. До Ярогневы-то мы достучимся по-любому. Ой, мадам новая появилась. Лутгарда. Потом. Хочу зайти. А это что за продавец такой? Это что у него за... украшение? Вигберт. Здорово, а ну-ка. А, это, наверное, подарки для ухаживания за дамами, которых в жены себе выбираешь, ищешь, флиртуешь, вот это все. А что тут, колье, понятно, понравится для любви. Ага, есть описание. Сушеный инжир, редкий фрукт, понравится тому, кто открыт для новых впечатлений. Серьги для стильного человека. Ох ты, цены-то ничего себе. Лунула или лунула, не знаю, как правильно. Для модниц. Капторга. Для человека с поэтической душой. Капторга. Название-то какое? Не слышал раньше такого слова. До свидания, Вигберт. Я к тебе еще вернусь, я уверен. Ай, подожди-ка, ну-ка.
А не хотел бы ты купить у меня, знаешь что? А где у меня все эти? А вот деревянный флакон. 107 штук я сделал. По полтора каждый. Семнадцать досок, которые превратились в 250. Это надо записать. Хотя, подождите. А я ему... Чё? По этой же цене продам или чё? Покажи-ка товары. Флакон по полтора стоит. А что у нас по... Добронега, до свидания. Что у нас по навыкам? Хотелось бы посмотреть дипломатия. Вот это что? Приносит больше репутации династии? Ой, это сколько же мне надо продать, чтобы... Да. Короче, Добронега, здорово. Показывай товары и скупай мне все, что мне не нужно. Мне на данный момент абсолютно не надо. Железный нож. У меня вот этот есть. Да. Из одежды ничего не надо тебе. Зверобой нужно нам. Лук. Капуста полтора стоит. Но мы ее оставим. Нам по-любому надо это. Еду готовить будет. Ветки, бревна дешево. Чаша. Четыре чаши на тебе. Деревянные флаконы все забирай. Мех. Три штучки стоит. Три монеты стоит одна штучка. У нас их шесть. А для чего нам нужен мех? Может понадобиться для одежды. Угу. Для крафта какой-нибудь одежды может понадобиться. Нет, эти 18 монет лучше приберечь, конечно. Ага, я еще и капусты собрал, семена и лука тоже. То есть я купил 10 семян, а собрал в 2 раза больше. Теперь я могу и грядки расширять, получается. Удобненько, классно. Солома не продам, удобрения не продам. Вот и кончилось все, что я хотел тебе продать. Монет у меня нифигашеньки не прибавилось. Поэтому пошел я первый квест. Первый квест... Узнайте, что с доставкой ржи. Это внутри у нас где-то тут, да? Блин, от третьего лица тоже прикольно играть. Ярогнева. А ну-ка, здорово. Меня Добронега прислала. Для чего, она спрашивает. Ну, я слышал, что ты рожь поставляешь, да? И что? Да, ну... Простите, не вовремя? А... Вот, все, я уже хотел на нее обычить, думаю, ничего себе она отвечает, как... Но она вот, видите, извиняется, простите, говорит, не хотела показаться грубой, решает личную проблему. Давайте не будем вмешиваться, выберем первый вариант и просто спросим о ситуации с рожью. Ярогнева нам говорит, что, к сожалению, на этот раз мы не сможем доставить рожь. Весь посев болен и практически непригоден. Как будто проблем нам не хватало. Но не волнуйтесь, я заказала доставку ржи из Рольни. Деревня, видимо. На самом деле она должна была быть здесь вчера. Не знаю, что произошло, но дар обычно очень быстрый. Возможно, вы могли бы пойти к нему и проверить, все ли в порядке. Ну, я думаю, сходим, проверим. Чего нет-то? Да, берегите себя, я этим займусь. Нужно поговорить с Надаром. Серьезно? 1,5 километра? Туда пилить? А как убрать вот этот вот наш? Хотя ладно, оставим. Рольница. 1,5 километра? Серьезно? Слушайте, может проедемся до туда? А сколько у нас времени на выполнение этого квеста? Лет до исчезновения задания. Истечение срока серии заданий 6. Лет до истечения срока заданий 18. Лет до истечения срока серии заданий 18. Лет?
Серьезно, лет? Не дней? Прям лет. Ну, раз так много лет мы можем ждать, мы сначала не туда с вами пойдем, а вот туда куда-то. В какой-то из серий раньше мы там приметили дровосека первого. Я думаю, наймем. Че, у нас сейчас хватает денег купить лук, правильно? И да, мы можем сделать лук с вами самостоятельно сейчас. Поэтому мы первого рабочего наймем. Сейчас покушаем только. Где у нас тут похлебка осталась, да? А, сразу две. Мы сейчас вот в этой деревушке первого работника наймем. Он пойдет пешком в наше поселение, как я понял. Они телепортируются. Мы тем самым на обратном пути, догоняя его, поохотимся. А, и лук-то я не сделал. Эх, печаль, беда. Ну ладно, значит, добежим до своей деревни, сделаем лук и пойдем на охоту. Наконец-то посмотрим, что это вообще такое. А кто из них кто? Здорово. Небольшая беседа. Че ты по навыкам по своим расскажешь? О, хорошо владеет топором и киркой. Прекрасно. Ну-ка, я тут создаю новое поселение. Ищу хороших людей, желающих ко мне присоединиться. Отлично, он согласен. Увидимся там. Первый житель наш. И ему не хватает... А что за красные значки? Дров ему не хватает. Я вот иду сейчас в ту деревню. Блин, опять забыл название. Гостовия. Открыто место, клёво, щука? А, я не вижу здесь животных, да? Через меню вот это Alt. Я вижу только палки, копалки и камни. Я иду сейчас в Гостовию, чтобы там мадам вроде сидела, которую нанять можно. И по опыту предыдущих прохождений в ранних версиях игры, они в доме живут попарно, а потом рождают детеныша. Вот, двух мужиков в один дом мы не поселим. Хотя, как мне кажется, по логике вещей они дровосейки-то хоть куда. Но если вот женщина, которая здесь сидит в Гостове у костра, неплохо так справляется с навыками добычи, мы ее возьмем сразу. И глянем, что за значки слева такие. Дров не хватает, пищи не хватает, воды не хватает. И места жительства не хватает. Блин, надо сейчас зайти в меню. Лутгарда. Здорово. 20 лет, небольшая беседа. Расскажи о навыках. Мне очень нравится выслеживать добычу, так как это непредсказуемое и захватывающее событие. Каждая охота — это исключительный опыт. Так ты охотник у нас. Это тоже нам понадобится. Но все равно побудешь пока дровосеком. Давай, я создаю новое поселение. С удовольствием. Угу, замечательно. Второй житель. Смастерить этот... Где же тут... Блин, постоянно забываю, где костры. Вот костер, костерок. И где мы можем, где мы можем. Вот здесь можем. Разжигаем и заходим в меню. Вкладка управления. И у нас тут два наших первых жителя. Ингвар и Лутгарда. Ну-ка, подробнее на Ингвара нажимаем. Иконка, пустая ячейка, поселить. Иконка, имя, пустая ячейка. У него нет ни дома. Короче, им вручную нужно дом назначить. Так, подождите. А где вообще наши дома отображаются? Вот здесь, дома. Маленький дом, вот это мой. Назначить игроку это не то, да? Назначаем жителя Ингвара. И второго назначаем жителя Лутгарду. Вот. Теперь у них есть дом. Так. А в этом меню чего такое? Подробнее персонажа. Лутгарда охота 3. Добыча 1. Ингвар. Добыча 3. Ой, да у него и остальные характеристики-то неплохие.
А, вот расшифровка. Еды нет, питья нет, нет дров. Угу. Давайте работу сразу тогда им назначим. Пустая ячейка. Будешь работать... А почему он не может работать? Дровяной сарай, это он же? Да, да, дровяной сарай. Ой, так там всего в дровяном сарае один работник, что ли, может быть? А ну-ка, добыча. Блин, один за... Да, дело... Один всего дровосек может быть. Я почему-то ошибочно полагал, что их там может быть двое. Ну и что делать? Зря мы, что ли, Лутгарду нанимали-то. Охотников у нас пока нет. Работай на колодце, что сказать. Водоносом. Так, в этой графе у нас дома. Понятно, здесь поля. И в статусе нет амбара, видимо, да? Ну, естественно, животных нет у нас. Управление потребностями жителей. Тут чего? Это все, что вы можете потреблять. Фильтры тут можно настраивать. Угу. То есть, грубо говоря, отсюда можно убрать сырое мясо, если оно тут есть. И выбрать, что они будут кушать из приготовленных, да, блюд. Логично, понял. Источники питья. А, то есть, грубо говоря, если мы пиво на продажу делаем, да, то мы здесь у них вот так вот ограничиваем, и они не потребляют его в пищу. Жажду им не утоляют. Так, а топливо чё? Ветка, бревно, доска, дрова. Ой, давайте вы вот этим вот всем делом топить помещение свое не будете. А как мне им назначить? Прошу прощения, как назначить производство? В колодце, что ли? Ну-ка, подробнее. Подмастерье есть? А в дровяном сарае есть подмастерье? А, теперь нужно, что им... Ага. Теперь написано, что им нужно. Статус без назначения. В смысле без назначения? Дровяной сарай имеет вполне себе прямое назначение. Или как-то нужно назначить? А, вот есть еще. Ага, вот это что? Вот. А вот здесь у нас... Нет инструмента. Для веток не нужно свободное время. Давайте, знаете, как сделаем? 25% ветки, 25% дрова, а все остальное на бревна. И доски, если что, мы будем делать самостоятельно. Да, во, логично. Хотя и дрова тоже в целом можно делать самостоятельно. Там раз в день заходить. Давайте пока вручную. Хотя проверить автоматизацию процессов тоже было бы неплохо. Во, отлично. Сейчас нужно прийти домой, закинуть ему топор каменный хотя бы, ну, на первое время. И они начнут работу. Правильно же я понял? Правильно. А в колодце что? Так, настройки. Ну, тут ведро с водой. Нет материалов. Нужны ведра. Их там всего двое. Я думаю, процентов на 35 пускай работает. Но нужно все ведра им отнести. Блин. Сложновато, сложновато. Ну-ка, отправляемся спать. Я пришел, они тут уже что-то ходят, что-то мутят, непонятное. Знаете, что первым делом проверим? Зайдем, короче, вот в эту житницу, вот сюда. Открываем сундук и перекладываем
Воду. Где вода? А, пустые ведра у меня. Блин. Ладно, тогда идем сюда, в склад. И стопкой ведра передаем. Заходим во вкладку управления. Колодец. Подробнее. Все. То есть достаточно положить инструмент, который требуется для помещения, просто на склад. Ага. Теперь тогда крафтим топоры. Ну, пока что деревянные, а чё? Другого ничего нет. Блин, могу всего три штуки. Давай три штуки. Положу ему их пока. А вот еще и хорошее выйдет. Инструменты, каменный топор. Забирай. Смотрим, во вкладке управления поменялось, что не? Травяной сарай. Да, поменялось. Кузница, мастерская, но тут вообще ничего не назначено. Понятно, что тут горит. Угу. Им нужна вода, еда и дрова. Можно, знаете, что сделать? Можно взять вот ведро, которое... Ой, она уже одно забрала и пошла работать. Я что-то пропустил. У меня же больше ведер было. Или три. Или четыре. Сколько было ведер? Короче, одно сейчас берем быстренько, вот так вот. Идем к колодцу. Нажимаем создать ведро с водой. Ой, даже анимация вроде какая-никакая имеется. А ну, выпусти меня! Ага. И встала. А чё ты встала? Ведер, что ли, нет на складе? Ну давай, работай, чё ты? Хм, нормально. Заходим сюда и складываем ведро с водой. В теории вода должна появиться. Да, пропал индикатор, пропал. Значит, еды теперь надо приготовить и дров сделать. А где я могу дрова делать? Из бревен, по-моему. Только тут и могу. А он занял ее. А что ты делаешь? Я же доски тебе не говорил делать. Или ты дрова пилишь? Позвольте рассмотреть вас поближе. Это что такое? Про навыки сейчас. Ага. Не, давай, освободи место. Сейчас хозяин быстро сделает дров. 21 бревно. Блин, я не выбрал количество. Ну ладно. Ну-ка. Создать еще. Половинку принять. Мне же еще нужно что-то из дерева скрафтить же. Лук, по-моему, да? И еды. Блин, овощного рагу никакого здесь нет. Интересно, потому что я мясом вообще не запасся. Надо было хоть что-то купить такое. Блин, я придумал. Сейчас мы с вами вообще по красоте все сделаем. Верстак. А, и лук-то не здесь. Лук, насколько я понял, где-то там в кузнице. Ну-ка. Вот тут, да? Деревянное оружие. Да, лук! Одно бревно. И стрелы. На стрелы нужны ветки. Или тоже бревна. Что там на стрелы надо? Я, короче, придумал, как решить проблему с деревянные инструменты. Стрелы-то где делаются? Кто-нибудь не скажет? Наковальня. Блин. Деревянное оружие. Деревянный болт вижу. Деревянное копье вижу. Болт не вижу. Может, каменное оружие? Ветки нужны. Нужны ветки. А куда им относить дрова? Сейчас дрова, короче, относим. Они где-то тут. Все дрова им скидываем. Сейчас значок должен пропасть, что у них нет дров. Отлично. Остался значок еды. И я гений. Почему? Ой, лук сразу экипирую, пока иду до туда.
на циферку 1, потом деревянное копье на циферку 2, топор на циферку 3. О, остальное меня устраивает. Ну-ка. Ух, первый лук. В смысле, стрел нет. Стрелы есть. Или их надо вот сюда куда-то. Ой-ой-ой-ой, каменная стрела должна быть. Экипировать. Да! Ну-ка. Колчана нет, просто из спины достал. Ой, кажется, в следующей серии мы пойдем охотиться. Почему в следующей? Потому что в этой я проблему с едой сейчас гениальнейшим образом решу. Просто гениальнейшим. Веточки еще по пути тут можно пособирать. Как удобно. Ягоды. Ягоды. Сейчас же лето. Ягоды спелые. И на ближайший день хотя бы я решу у них проблему с едой. Они будут питаться ягодами. Ну гениально. Гениально. Сколько их тут надо? Интересно, поскольку они собираются? Ой, ну 50 это уже хорошо. Удобно собирать, не обязательно даже мышкой водить. Сам их собирает. 77 ягод. Нормально, нормально. А ну-ка. Блин, такая ровная местность, да? Классная. А это что, нельзя собрать? Белина? А что такое белина? Для чего она? Ей про красовку эту, или как она, краснуха, что-то не прочитал. Сейчас глянем. Красиво, красиво. Выглядят текстурки классно. Заходим сюда. Сундук. Еда. И где она? Ягода. Плюс 0,5 пища, плюс 1 вода. Да вполне себе. Ну-ка, пропадает. Да! Классно. Обманул систему. Заходим. Где у нас тут? Белина. Что она делает-то? Используется для снижения алкогольного опьянения. Летом водится в дикой местности. Можно употребить в пищу или использовать для создания предметов. А красовка? Ядовитая. Можно употреблять в пищу или использовать для создания предметов. Короче, судя по всему, именно вот из этой вот красовки делается яд для стрел и бла-бла-бла-бла так далее. Так, она работает. Что делает? Или это просто анимация, или она реально сейчас ведро воды достанет. Что тут в бочке у нее? Ничего. Ну, вот ведро. Туда-сюда гоняет ведро. Идеально. Да. А появляется ли ведро воды здесь? Мы одно с вами закидывали. 9 из 10, но это кто-то из них отпил. Короче, что-то она потихонечку делает, непонятно что. Да? Да, но это лучше. Раньше, я помню, в ранних версиях они просто стояли, как болванчики какие-то непонятные. Сколько могу стрел сделать? Да ладно, одну. А, 10 каменных стрел из 10 веток. Но это еще куда не шло. 13 у нас стрел того, да? Ну-ка, ну-ка. Я тут мишеньку поставил. Ща глянем. А чё? А, прицелиться сначала надо. Ну, возьмем немножко, да, наверх. Точность 94. Расстояние 13 метров. И украсть эту стрелу можно у самого себя. Интересно. Зверобой собираем. Белину тоже, естественно. Я вот в этом, короче, закуточке хочу поставить столы. Табуреточки или скамеечки, костерок в центре. Ой, а мы можем сейчас прям костерок, интересно, поставить или нет? А сколько стоит? 150, недорого. Ну и вот, хочу здесь вот в центре поставить по краям факела. В центре может быть костер или стол, короче. Ну, чтобы было как-то симпатично, плюс навыки на этом покачать можно. Блин, скрипит, конечно, бомбово. Хорошее обновление, хорошее. Мне нравится однозначно. Ну и что? Собственно, продуктивная получилась серия. Построили второй дом. Поселили туда двух
поселенцев, дровосека и Ред, как ее зовут-то, Редграда, как что? Блин, забыл. Лутгарда, да, точно. Лутгарду, дровосека. Теперь у нас есть источник воды для поселенцев, источник дров и бревен, хранилище для припасов и для провизии, еще и мастерская с кузницей и небольшой декор, который дал буст для того, чтобы прокачать древо технологий. По-моему, весьма и весьма продуктивно. А еще и первый урожай. Супер. Только вот, что делать в следующей серии? Однозначно, нужно попробовать поохотиться, посмотреть, что вообще изменилось в игре и как сейчас выглядит охота. Это даст нам мясо и мех. Мы сможем наконец-то реализовать наш урожай и приготовить из него похлебку с мясом и капустой. Ай, а свекла что, не дорастет еще? Не знаю. Посмотрим. Ну и пробежимся по квестам, я думаю. На этом все, ребят. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте фидбэк. Возможно, вы что-то знаете больше, чем я. Очень интересно почитать, посмотреть. Ну и всем до новых встреч. Пока.